Мы купаемся на Азовском море. Вот Далитом Игнатий Тихонович зовет урагана. И ураган, верный пес, плывет к нему. Вон он поплыл, ураганчик наш. А вон там вдали Игнатий Тихонович. Скрылся где-то наш начальник, капитан дальнего плавания по зарубежью и по Украине. Вот только уши торчат над водой. Пловец-чемпион Сибири Сергей Павлович воспитал верного пса. Ну, немножко вредного. Вот они встретились, друзья. Друзья, не разлей вода, и Азовское море не разлей. Море мелкое, я и читал об этом, кажется, по географии, что оно метров 5 или чуть больше, 10 ли глубины. А здесь долго-долго идешь, и глубина небольшая. Я зашел на метров 60, наверное, от берега, и глубина даже по пояс нету, настолько мелкая. Вода опресненная, почти как в пресном озере. Вот купались мы на Черном море. На Черном море. Там вода гораздо солонее. Сюда, в Азовское море, впадает Дон, река. Она опресняет это море. А и Азовское море небольшое по сравнению с Черным. Вот они, наши друзья. Собака, вот.